О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. Все, проспал. 24-летний молодой человек прилег отдохнуть на лавочке в центре Москвы и заснул, а когда проснулся, не обнаружил ценных вещей. Как выяснилось, к спящему парню подошла компания молодых людей. Один из них обыскал потерпевшего и забрал у него мобильный телефон и часы. Ущерб 26 тысяч рублей. Подозреваемый ответит по статье «Кража». Житель республики Адыгея попытался нажиться на неприятностях своих знакомых и получить 2 миллиона рублей. Деньги злоумышленник запросил якобы за помощь в прекращении уголовного дела. Об этом стало известно правоохранительным органам. Мужчину задержали. Теперь он сам подозреваемый в уголовном деле по статье «Мошенничество». В Санкт-Петербурге полицейские задержали 7 драгдиллеров, которые через собственные интернет-магазины продавали в регионе мефедрон, метадон и амфетамин. 4 мужчин и 3 женщины связывались с клиентами через мессенджеры, а затем делали для покупателей закладки в разных частях города. Чтобы их не вычислили, злоумышленники меняли номера на машинах и глушили сигналы сотовой связи. В Краснодаре 26-летняя аферистка обманула жителя Новороссийска, который собирался купить у нее металлоискатель. Объявление о его продаже злоумышленница разместила в интернете. От потенциального покупателя женщина получила предоплату 20 тысяч рублей. Взамен отправила ему фото, якобы квитанцией об оплате посылки, после чего перестала выходить на связь. Товар мужчина так и не получил. Возбуждено уголовное дело.